на матрасник Милагро. Самая нужная вещь в вашем доме. Я сейчас вам объясню, почему. Вы как охраняете свои диваны, свои кровати, свои дорогостоящие матрасы? Юль, хочу тебе рассказать. Обычно, вот подумайте, да, по-моему, так всегда и происходит. Обычно люди об этом не задумываются. До того момента, когда кто-то берет и что-то проливает на ваш матрас. Только вот в этот момент, когда мы пачкаем матрас, мы начинаем задумываться, что надо было бы вообще... Надо было бы его как-то защитить. Да, но уже поздно. А сколько матрас, давайте вспомним, стоит? Я самый дешевый видела за 7 тысяч рублей. Ты знаешь, матрас, конечно, 7 тысяч, это да, я тебе хочу сказать, хорошие, высокие матрасы и от 10 стоят. И поэтому защищать их обязательно нужно. А я вас сейчас научу, как это сделать. Очень легко и просто. С помощью наматрасника Милагро. У него полиуретановая основа, которая защищает вашу мебель и ваш матрас от жидкости. Положила специально беленький листок. Мы с вами все проверяем. Я буду вашими руками. Будьте внимательны и смотрите сейчас на эксперимент. Вот так вот на листочек мы кладем с вами на матрасник Милагро и будем иметь загрязнения. Ничего сюда не пропитывается. Так, хочу, будь то вода, чистот... будь то сок. Я хочу для чистоты эксперимента сама поучаствовать. Можно? Потихонечку. Страшно. Много не ли? Или еще чуть-чуть? Да. Посмотрите, вот любые загрязнения на матраснику Милагро не страшны. Мы подождем, чтобы пропиталась капелька. Так, можно я еще вытру? О, смотрите, что происходит. Абсолютно чистый листочек не прошло ваш матрас, ваш диван, ваша мебель под надежной защитой. А ведь это томатный сок, который такие обычно оставляет пятна на матрасе, что потом не отстираешь. Помните, как бывает? Это, ну что ж, друзья, вот давайте с вами посмотрим. Мы предлагаем вам не только, конечно же, защиту для матраса, но и защиту вашего здоровья. Юль, в чем она заключается? Наматрасник Милагро уникален еще и тем, и мне это очень нравится, что кроме того, что полиуретановая основа не пропускает никакую жидкость и ваша мебель под надежной защитой, там еще и есть потрясающая антибактериальная пропитка. То есть такой слой, который не пускает бактерии к вам, и вы будете уверены за свое здоровье с наматрасником Милагро. А еще он очень удобен, Оля. Чем хорошо? Что здесь вы можете на нем прямо спать без простыни. Здесь натуральный хлопок. Верхняя часть его абсолютный натуральный дышащий хлопок. Еще и с махровым эффектом. А это дополнительный массажный эффект для кожи. А мембрану стирать можно? Можно стирать полностью наматрасник в стиральной машинке. Да, он светлый. Стирать мы все-таки его будем часто. Угу. Бросайте в машинку. Мембране плохого ничего не будет. Это инновационная технология, которая сохраняет структуру мембраны. И она будет, то, о чем я говорю, вам хочу сейчас еще раз показать. Вот она, та самая полиуретановая мембрана. Видите, это особый состав ткани, который не дает промокать никакой жидкости, не пройдет на ваш матрас. И при этом на матрасник остается абсолютно воздухопроницаемым.